Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас пустышки. Много-много-много пустышек, очень много интересных. Итак, поехали. Давайте начнем с кондиционеров, которых у меня 3 штуки уже скопилось и сложились определенные отзывы. В предыдущем видео про пустышки Faberlic я уже сказала, что так и не смогла найти замену кондиционеру Faberlic. Так оно и есть. Первое — это Веста. Брала по отзывам девчонок, но опять вот каждому свое, да? Веста. Запах классный. Вот запах классный понравился. Вот этот вот с пеном, запах классный. На мокром белье, на сухом не чувствую, все капец. А я хочу чувствовать, поэтому нет, больше не повторю. Он вроде как концентрат, мягкости тоже не поняла. По полбутылки лила уже, и все равно ни о чем. Нет. Вернель. Вот вроде как тоже неплох. Аромат тоже... Ну, аромат вот мне не очень сильно понравился. А, мягкость легкая есть. На сухом белье тоже есть аромат. Но не сильный. И не такая все равно мягкость, как от Faberlic. Все равно не то, короче. Не буду больше брать. Еще один Вернель, вот такой вот. Здесь мне не очень понравился аромат, загадочный лотос. Он какой-то странненький такой, какой-то приторный, он мне не понравился. И тоже мягкости мне от белья не хватило. Какие-то они как разбавленные. Опять целая серия лапочки, девчонки, это... Не буду долго останавливаться, из видео в видео вам показываю. Это серия гипоаллергенов, у кого дети атопики, астматики, или вы сами аллергичны, можете присмотреться вполне себе. У них есть и шампуни, и подмывашки, и... чуть не сказала слово плохое. Очень классный крем Эмолент, который убирает сухость практически моментально. Даже такую вот, вот прям сухость-сухость. Многие девочки у меня, я знаю, взрослые, пользуются этой серией, и вообще все супер. На Яндекс.Маркете самые дешевые в последние разы, вот прям сейчас заказ должен скоро прийти, крем по 96 рублей, потому что на Wildberries и на Озон вот этот крем Эмолент, он сейчас уже 200-200 с чем-то. Такой дешевой цены нигде еще не было. Так, Дав, гель для душа, решила вспомнить былое, раньше часто брала. Да, он действительно не сушит, но плохо пенится, и аромат классный. Хотелось вот чего-то такого нежненького, но это, в принципе, абсолютно то же самое, что и лакрем Faberlic. Поэтому, если нет разницы, зачем платить больше? Дав сейчас стоит как космос тоже. У лакрем цена, как была 100 лет назад, так и осталась, на 10 рублей, может, подорожала. Так, Эвелин. Мицеллярка. Очень комфортная, классная. Вообще, цена вопроса копейки. На рандеву брала. Прям вот копейки. Вот такая огромная бадья. Я уже ждала, когда же она у меня закончится, потому что я люблю что-то новенькое. Она не кончается. Полгода, наверное, ей пользовалась. Глаза не щиплет. Макияж снимает отлично. Поэтому ничего плохого сказать не могу. Так, бат. Но для кота. Вот такие пивные дрожжи. Девчонки, 80 таблеток брала на Озон. Или на Wildberries, на Озон, наверное. Я вам сейчас скажу. Написано «Литорал» на латыни. Вот такие дрожжи, вот пивные дрожжи. Кошечка с собачкой нарисованы. Обалденно. Я брала почему? Ну, как-то подпитать кота хотелось. Он у меня, у кого линяет, вот присмотритесь, у кого линяет, у кого-то, может, аппетит плохой или еще что-то у животных. Не скажу, что он у меня сильно линял, нет. Все как бы отлично, все нормально. Остается где-то шерсть, вот где он лежит чуть-чуть совсем, ну и все. А сейчас мы с ним пропили вот эту банку, я ему по 2 штуки, тут, по-моему, по 3 написано, по 1 таблетке 3 раза в день. Взрослым собакам по 2 таблетки. Я ему давала сразу 2 таблетки. Так он у меня их не стал есть, хотя девчонки писали, что у них коты дрожжи едят. С влажным кормом перемешивала, и он так съедал. Он стал такой мягенький. У него такая шерсть стала изумительной. И теперь даже где он лежит, вот этой маленькой шерстинки, ее тоже нет. Поэтому прям классно, понравились, понравились. Дальше. Кафе Мими для волос. Вообще вода. Вот моим волосам вообще вода, девчонки, уже смешивала с маслами какими-то, что бабы как добить. Это разглаживающий спрей термозащита. Ну, может, конечно, как термозащита она работает, хотя я тоже ничего вообще не заметила. Но разглаживающий нет. Но вода водой вообще мне не понравилась совершенно. Я вообще что пробовала кафе Мими для волос, но моим волосам не подошло. Так, 2 маски. Одна любимая, одна не очень, от Агафьи. Самая любимая маска — это освежающая экспресс. Экспресс-маска вот так вот выглядит. Тоже можно по 90, по 60 чем-то рублей недавно на Озоне была. У меня в запасе еще есть. У них неплохие, кстати, составы. Вот эту за что люблю. Она освежает очень круто с утра, подгоняет отеки, если они имеются таковые. Освежает цвет лица. Она немножко как будто пощипывает, что ли, от нее холодок. Вот прям когда надо экстренно проснуться, кожу свою проснуть, скажем так, да? Вот эта маска, это прям находка, девчонки. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Кому-то она может доставлять вот этим пощипыванием дискомфорт, но на выходе результат очень обалденный. Голубая очищающая маска для лица мне не понравилась. Какая-то она плотная, в корку не засыхает, нет, но я и не передерживала. Особого очищения тоже не заметила, поэтому как-то вот нет. Она по типу глиняной, но не глиняная.
Две краски для волос вам покажу Алин, потому что они достаточно неплохие. Девчонки, я ими красилась в последний раз. Это у нас с вами оттенки 8.1. И, господи, как это замялось-то. 9.22. Ой, я какие смешивала. Блондин фиолетовый. Неплохая краска и достаточно бюджетная Алин колор. Ничего про нее плохого не могу сказать. Седину закрашивает. Цвет держится, в принципе, как и все краски. Эксперт колор, вот Фаберлик немножко помощнее. А так, нормальные вообще краски. Уже два раза ими красилась, поэтому и вам рассказываю. Маска Реше. Помните, мы две с вами обозревали. Вот эту и увлажняющую, питательную, антивозрастную. Великолепные маски, девчонки. У меня все, кто не брал, сказал прям хвалебный отзыв. За 600 с чем-то рублей, выгоднее всего брать рублей за 600, две штуки. Они в паре продаются и продаются по одной. Их быстро очень раскупили. Прям после обзора вообще великолепные. Очень хочется повторить. Вот это классно очищает. Она матирует. Она на лето вообще шикарно подойдет. Прям классная-классная. Такая а-ля Шрек, тоже ходишь зелененькая. Немножко может подсушивать воспаление. Очень хорошие, девчонки, годные красочки. Красочки, масочки вообще классные у Реше. Так, дальше кушон. Я его выкидываю, девчонки, за зуб. Я от него оставила вот эту пуховочку, потому что ей очень удобно носить кушон Фаберлик. Но сам кушон, конечно, с Фаберлик не сравнится. 100 рублей, девчонки. Ну, 100 рублей, ну о чем тут говорить. Он такой вот водянистый. Он особо, он очень жиденький такой. Передает вам камеру. Вот он такой жиденький, хотя цвет универсальный, но мне как-то вот все равно слегка выбеливает кожу. Взяла ради интереса, ну что ж такое за 90 рублей, может быть, за кушон, как бы, да? Но, в принципе, не жалею, за 90 рублей вот эту даже пуховочку приобрела, мне нравится. Я ей сейчас наношу свой любимый оселовский кушон на лицо, и это очень удобно. А так он такой водянистый, легкий-легкий, он, в принципе, ничего не перекроет, слегка выровняет тон, и все, и на том спасибо, как говорится. Так, любимейший оттенок теней люкс визаж. 0,4, по-моему, девчонки, вот, которые часто вы могли у меня наблюдать на веках. Вот эти матовые тени, люкс визаж, это вообще моя находка. Я вам недавно показывала в обзоре в покупках. Еще заказала два оттенка. А вот этот, он прям классный, он самый ходовой, я его еще повторю. Потому что мне пришли такие достаточно темные, по-моему, это 4-й, да, 7-й такой серенький. Он очень классный. Оттенок суперский, он нейтральный, он не темный, он не светлый, он века не выбеливает. Осталось тут хоть чего-нибудь такое. Но он с таким, камера вам немножко неправильно передает, с персиковым отливом. Вам камера холодит его. Нет, он с персиковым отливом. И некоторые глазки может делать заплаканными. Вот, некоторые. Мне не делает, я люблю очень этот оттенок. Они мега стойкие, наносишь кисточкой, растушевываешь, обычный, да, такой. Растушевываешь кистью, все, они никуда не денутся. Они будут как влитые сидеть месяцами, мне кажется, на лице. Вообще не отпечатываются, ничего. Я и нижнее веко подвожу, и верхнее. Просто вот накрасилась, и ты знаешь, что твой макияж абсолютно никуда не денется. Ни кожа не съест там пигмент, ничего что-то. Как есть, так и есть весь день. Зубные пасты Консли. Очень классные пасты, которые берем уже несколько месяцев, помню, по совету Наташи. Наташа, спасибо еще раз, потому что всем подходит. Эмаль прекрасно очищают, чувствительность не повышают. Никаких нареканий к пастам нет, они просто великолепные и дешевые. Так, дальше, что тут у меня еще? Зайтун. Вот такой гель для душа тоже брала на рандеву. Классная вещь, прям вот такой аромат трав. Он очень хорошо увлажняет, там чувствуется, что есть масла. Пенится средне. И здесь почему-то вот, ну, мне нравилось принимать с ним душ. Я чувствую аромат ладана. Вот прям как духи Фаберлик, которые синие у нас с вами, по-моему, да, с ароматом ладана. Маленькие такие, помните, новинки? Вот. И вот здесь вот очень похож прям на этот аромат духов. И он остается на теле, остается надолго. Вот это тоже классно. Очень интересный продукт. Понравился, вот прям понравился. Так, что тут у нас еще с вами? Коробочка рынулась. Вот, кстати, и Эмолент детский крем-лапочка. Очень классный, попробуйте обязательно. Так, паста Президент детская зубная, которая больше всего нравится Кристюше. Если у вас маленькие детки, присмотрите. Она не бюджетная, я хочу сказать, там не 100 рублей, она 300, наверное, 300 с чем-то. И маленький объем, совсем 32 грамма, быстро у нас расходуется. Малинка, вот такая вот малинка, 0,3 лет. Она прозрачная, практически не имеет вкуса малинки, но у меня Кристюша очень любит за то, что вот там нет вкуса. Там нет абсолютно никакой мяты, то есть рот не обжигает, где есть мята, она прям фу. Если у вас дети тоже такие вот привереды в плане паст, вот это вот прям у нас спасение, уже вторую взяла. Бренд Фри, пачечка пустая. Это вообще спасение, девчонки. Я вам уже вас бренд-фри замотала. Мы с вами все чистим, отмываем, выводим пятна. На самом деле это вещь перкарбонат. И очень выгодно брать две штуки за 600 рублей. То есть одна по 300. Дешевле практически не найдете перкарбонат натрия. Поэтому бренд-фри еще более-менее политика. У них цены нормальные. Некоторые прям задирают. Там 300 под 400, а у некоторых по 500 есть пачка. Нет, 2 килограмма за 600 рублей. Это вообще нормальная цена. Поэтому смотрите, кладите в корзину, ждите, когда будет 600. Вот девчонки у меня недавно брали. Это выгодно. Отмывает все, очищает все. Но это находка. Вот знала бы раньше, много одежды не выкинула бы с пятнами, честно.
Так, ну что, на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.